Мы тебя сегодня по телевизору видели, тебя по телевизору показывали. Присел 187 килограмм. 5 километров в открытом море. Когда окна только с одной стороны, может и задуть. По-моему, вот это. Древний маркетплейс был. Огромное помещение с огромной джакузи, сауна, бани, в общем, все вот эти вот дела. Сложнее ситуация бывает, если есть медузы. Сколько лет тайским боксом занимался? Примерно 10 лет посвятил этому занятию. Сначала пошел заниматься там в обычный спортзал, да, потом понял, что несколько это неинтересно. И мне еще кто-то подсказал, что хорошо бы тебе заняться какими-то единоборствами. Ну, я думаю, биржи-то не на пустом месте возникали. Биржи возникли, наверное, как развитие самих торговых взаимоотношений, как и между людьми, так и между городами в то время, так и между государствами. Ну, видимо, ярмарки, может быть, этому и поспособствовали. Некие места, в которые можно прийти и получить любой вид товара там, за какие-то деньги. И можно там и продать, можно там и купить, все вместе. Да, это, наверное, ярмарка можно назвать древний маркетплейс был, мягко, в прямом отношении, только не в онлайне, а в офлайне, наверное. Любой проект, особенно вот такой глобальный проект, это, с одной стороны, очень здорово, это потрясающе интересно, это вообще такой драйв, с другой стороны, это колоссальная работа, особенно вот для такого проекта, как организация биржевых торгов нефтепродуктами. Была проделана очень большая работа, то есть вот были написаны правила торгов, правила участия в торгах для участников торгов, всевозможные договоры, разнообразные документы. В 2017 году пошел в любительскую школу по плаванию для того, чтобы проплыть свой первый километр. Стал 2-3 раза в неделю ходить в занятия, на занятия по плаванию. Вначале в бассейн, а в 2017 году впервые попробовал участие по соревнованиям на открытой воде. Переплыл Волгу и Оку в рамках заплыва X-Waters в Нижнем Новгороде. Впоследствии появилась международная серия соревнований Ocean Man, и удалось посетить и проплыть по 10 километров в рамках каждой дисциплины в таких странах, как Испания, Греция, Италия. Мне был интересен процесс. То есть у меня за 10 лет мы ездили на сборы в Таиланд, то есть занимались непосредственно в тайских залах, да, в тайских, ну, они там не залы, а кемпы называются. Вот, то есть, да, свой отпуск я проводил там. Вот, да, у меня там были небольшие выступления в Таиланде. Высоко стоит культ уважения друг к другу. То есть, если посмотреть трансляции боев, да, то бойцы обязательно там после турнира, да, после того, как они 5 раундов друг друга выносили локтями, коленями и так далее, да, порой с сечками, там, в кровоподтеках и так далее, очень важно после боя поблагодарить своего оппонента, да, за проявление там, характера, силы духа и уважение друг к другу. Практически все биржи, за малым исключением, они фондовые. Если сравнить с Петровской биржей, о которой мы говорим, Санкт-Петербургская, то она сравнивается, наверное, только одним пониманием – прорубанием окна в Европу. Как мы понимаем, Санкт-Петербургская биржа тоже больше превратилась в фондовую биржу, чем в товарную. Ну а сегодня у нас тоже стоит острый вопрос экспортных взаимоотношений, экспортно-импортных взаимоотношений за границей, самые ближние своих, и дальние, и дружественные, и недружественные, и прозрачные. Появляется необходимость этого окна. Вот в этом мы как бы близки, потому что надо товар продавать, надо что-то покупать. Причем это все было настолько вот в сжатые сроки, то есть огромный объем работы был проделан буквально за 3 недели. В принципе, тогда на бирже было не очень много народу, буквально там 10-15, может быть, вот как-то так, но были настолько все нацелены на вот эту идею запуска торгов. Все друг другу помогали, все друг другом как-то координировались. Мы вместе решали какие-то общие задачи, проблемы. То есть это была настолько вот сплоченная, дружная команда. Несмотря на такую достаточно серьезно поставленную задачу и очень сжатые сроки, у нас все получилось. 24 сентября торги мы запустили все-таки. Решил попробовать лыжный спорт, потому что зимой гораздо чем-то... Зимой интереснее заниматься лыжами, нежели чем плавать в бассейне. В 2018 году посетил первый старт
на 15 километров радостно его пробежал, и уже дальше было не остановиться. Да, второй сезон у меня пошел соревновательный. Да, сейчас я занимаюсь пауэрлифтингом. Вот как раз, по-моему, вот это. Медаль, собственно говоря, на тех выходных выступал. Да, улучшил свой предыдущий результат. Там в приседаниях присел 187 килограмм, пожал 125 и становую тягу сделал 220. В рамках Дубая, Ocean Man, я плавал дистанцию в 10 километров. Это два круга по 5 километров в открытом море среди буйков. Или, например, дистанция Ocean Man в Испании, город Бенидорм, где заплыв происходит из точки в точку. То есть фактически стартуешь с берега, плывешь в море, оплываешь остров, большой остров. Это 5 километров туда и 5 километров обратно. Питание берется с собой. Есть специальный буй, который крепится к участнику для безопасности на веревке. И используются спортивные гели, спортивные напитки. Ты можешь во время движения очень быстро остановиться, принять напиток или съесть гель и продолжить движение. Изначально были идеи именно организовать такие голосовые торги, маклеров взять, чтобы они, собственно, собирали письменные заявки участников, дальше как-то их там мэчили. В 2008 году это уже, на самом деле, была такая достаточно забавная идея, потому что к этому моменту времени везде уже на всех биржах были совершенно нормальные, достойные электронные системы. Развиваются все направления. Мы в мире цифровизации живем. И потребность в этих специалистах будет расти, расти и расти. Берем, проверяем, ставим задачи, смотрим, как решаются. Первых попавшихся не берем. И если не справляются, даже если берем и не справляются там, через полгода и год, мы просто распрощаемся. Если команда, мягко говоря, не совсем надежная, то и система не совсем надежно будет работать. Поэтому насколько ты, это один из важных компонентов. Надо не только железо купить, не только программу поставить, но нужно и людей надежных иметь, которые это будут все эксплуатировать и дальше разрабатывать. Если говорить про открытую воду, это всегда неожиданность, поскольку есть течение, если это река, а в случае моря или океана – это волны. И периодически укачивает, ничего страшного. А сложнее ситуация бывает, если есть медузы. Например, в том же Бенидорме заплыв сопровождался большим количеством медуз, и некоторых участников они смогли ужалить. Есть ожоги химические. Мне повезло. Первоначально биржа размещалась в пятиэтажном особнячке на Серпуховке. Особнячок был такой достаточно интересный. Там один этаж, он был, там была спальня, там была столовая, там была кухня, там было огромное помещение с огромной джакузи, сауна, баня, в общем, все вот эти вот дела. Биржевой отдел, технический отдел, мы размещались на 5-м этаже, и торговый зал размещался практически в мансарде. Там такое под крышей не очень большое помещение, очень такое лаконичное, аскетичное. Стояли совершенно обычные столы, рабочие места были развернуты на этих столах. Да, когда ты выходишь на ринг, это, конечно, да, ни с чем не сравнимое удовольствие. Да. Страх. Как преодолеть страх? Кстати, как преодолеть страх? Ты знаешь, по себе скажу и, наверное, много читал об этом. Да никак не надо преодолевать. Это просто надо чувство, с которым надо жить. Другой вопрос, как ты его будешь использовать. То есть можно бояться и, собственно говоря, ничего не делать, а можно бояться и делать, и у тебя тут вопрос в энергии, да, который ты из этого состояния получаешь. Я 30 лет отслужил в вооруженных силах, и, конечно, основное, что было, это командное, я считаю, навыки, командные навыки, как работать в команде, так и уметь руководить командами. Это очень важно. А во всех я послужил в горячих точках, начиная Афганистан, Чечню, Югославию, везде побывал. Поэтому как бы в разных масштабах, разных должностях, но это тоже хороший опыт, который тебя учит. Триатлон впервые я попробовал в 2019 году в рамках команды. Я делал плавательную часть в Калининграде. Но впоследствии хотелось сделать все три дисциплины самому. И это тот бешеный темп и ритм, который
очень важен не только в спорте, но и на работе. Помогает очень, да. Помогает очень, и это позволяет не только физически развиваться, это еще и некое психологическое здоровье, это и целеустремленность, это уверенность в себе. Это было очень так почетно объявлять начало биржевых торгов. Это фактически начало новой жизни на рынке биржевом, на рынке нефтепродуктов. Это, конечно, было очень волнительно. Я все время сравниваю, что две науки, экономика и военное дело, они очень близки. Они гуманитарные и очень плохо моделируются. Они все время меняются. В рамках какого-то корпоративного участия на триатлонных стартах Iron Star свои команды. Есть команды в РЖД, есть команды у Роснефти, есть команды у Сибура и у других различных компаний. Соответственно, если нет возможности проплыть, пробежать и проехать все самостоятельно, можно собрать команду из друзей, знакомых, либо коллег и поучаствовать, сделать эстафету. Да, хобби, понятно, что и помогает, и дополняет, и переключает. Мы живем в очень удивительном мире, очень прекрасном, волшебном, неповторимом, очень разнообразном. Я люблю нашу планету, я очень люблю путешествовать, я люблю для себя открывать что-то новое. И всегда очень хочется сохранить как можно дольше память о всем, о том, что посчастливилось посмотреть, в чем посчастливилось поучаствовать. Поэтому нравится фотографировать. Какие-то фотографии, которые бы отображали вот эту красоту этого мира, какие-то значимые события, чтобы это как можно дольше оставалось в памяти, чтобы можно было поделиться этими воспоминаниями со своими друзьями, с коллегами. В боулинг ходим, да? Я, между прочим, там капитан команды. Так что еще... Ну, я больше идеологически поддерживаю, чем... Лучший да. Я бы хотел, чтобы в рамках нашего коллектива было больше активных, здоровых, веселых, интересных, умных людей, которые занимаются спортом, будучи эффективными в спорте, они могли быть эффективными и на рабочем месте. Чтобы коллектив, во-первых, оставался, чтобы коллектив что-то творил, вот, осваивал новые рынки, и чтобы было не скучно, чтобы он не скучал. Да. Пожелать, на самом деле, здоровья. Вот самое, это самое главное. Как бы банально это ни звучало, но, наверное, без здоровья мы сделать ничего не сможем. Да, у нас все получится. У нас самая лучшая, самая крутая команда. С такой командой все проекты по плечу.